почему весна? Потому что мы веселые. И обаятельные. А почему это обаятельные? Так надзвычайно. Команда, говори. Здрасте. Дорогие металлурги, а также жены, дети, свекрухи, сестры и братья, невестки, сваты и зятья. От всего сердца поздравляем вас всех с вашим замечательным профессиональным праздником Днем Металлурга. Yeah.
побережью Черного моря. Квадрицы – уникальная возможность покормить чаем дельфинов и украинских рыбаков. А как же хорошо на море! Горячий песок, теплая вода, холодненькое пиво. Некоторые называют это райское наслаждение. Мы же просто баунти. Не ловишь! Кого? Винни-Пуха! За что? Хорошо живет на свете. Ну разве мы плохо живем? Солнце, море, песок. С 10 до 12 кормление чаек. С 12 до 8 вечера отдых в домиках и палатках. С 8 вечера дискотека. Купаться можно? Можно. Но учтите, что с 2 до 3 обед в спасателе. Там уже 3 часа. А с 3 до 4 обед у акул. В море плавает медуза, а у нас рекламная пауза. Если с утра у вас пересохло во рту, дрожат руки и болит голова, попробуйте Сникерс, и вы поймете, насколько он уже холодненького пивка. Что ты такая печальная? У меня хорошо такое. Украинская таможня запретила вывозить сало. Как национальное достояние. Как сильнодействующий наркотик. Как? Так они заворачивали его в бумагу и курят. Теплоход, теплоход, скажи, сколько нам еще осталось быть на море? Боже, всего один день, как мало. А хотите сюда вернуться? Бросьте в море монетку. Ну тогда уж лучше бросить все свои деньги. Ага, зачем? А кто знает, вернемся ли, а так денег не останется и вовсе не уедет. Время сам поймешь, наверное.